процесс. Чистая вода теперь и в Трехгорке. Реконструкцию водозаборного узла номер 2 произвели в кратчайшие сроки без остановки водоснабжения густонаселенного микрорайона. Простота в обслуживании, отказ от химических реагентов. Система безнапорной водоочистки не потребляет электричество на процесс водоподготовки. Использует кинетическую энергию входной воды. На ВЗО номер 2 установлено оборудование кубинского производителя. Современные технологии, все автоматизировано. Причем вот эти инновационные технологии, которые мы применяем уже не на первой станции, они не требуют дополнительной энергетики, электричества. Нет этих элементов, которые зависят напрямую от подачи электричества. И для нас это большой плюс. Работа на водозаборном узле провели в рамках губернаторского проекта «Чистая вода». Первые результаты анализов воды показали полное соответствие нормам СанПин. Чистая вода теперь попадет 40 многоквартирных домов, а это как минимум 15 тысяч человек. Должны ощутить эти перемены в своей квартире, в собственном доме. Ну и, конечно, наш социальный объект, преимущество детишек. Поздравляю! Реализация губернаторской программы в Одинцовском округе продолжится до 2024 года по плану. Реконструируют еще 13 водозаборных узлов. Таким образом, чистая вода польется из кранов еще 100 тысяч жителей. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».